Особый порядок судебного разбирательства введен для рассмотрения уголовных дел. Эта процедура применяется, если обвиняемый признает свою вину и доказывать ее не требуется. Так называемая сделка с правосудием ускоряет рассмотрение в судах несложных уголовных дел. По инициативе Верховного суда Российской Федерации в применении особого порядка рассмотрения судебного разбирательства уголовных дел внесены изменения. По инициативе Верховного суда Российской Федерации в Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, согласно которому применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о тяжких преступлениях исключается. Так, в статью 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым особый порядок судебного разбирательства применяется только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, то есть преступлениям, по которым максимальное наказание предусмотрено не более 3 и 5 лет лишения свободы соответственно. Тогда как ранее суда могли применять особый порядок судебного разбирательства по уголовным делам любой категории, то есть тяжким преступлениям, за которые наказание превышало 10 лет лишения свободы. Вместе с тем суды по-прежнему должны при применении особого порядка судебного разбирательства устанавливать добровольность заявленного подсудимым ходатайства, также то, что ходатайство заявлено после консультации с защитником, а также, что государственный обвинитель либо частный обвинитель, если он допущен при участии рассмотрения судом уголовного дела, не возражают против применения особого порядка. Также должны выяснить мнение потерпевшего, который также должен не возражать.